Этап 7, главная гонка Дайтоны. История сезона подходит к концу. У тебя оказался настоящий талант к шоу-бизнесу. Вчера зрители были от тебя просто в восторге. Так, какой окончательный сюжет? Внезапно Магнус оказался одной из главных звезд шоу. Серьезно? Подошел на роль злодея. Ха. А я говорил, я вам тут такую интригу наведу. Очевидно, решение было принято в самый последний момент. И в следующий раз как-то обозначай свое присутствие, а то ты нас пугаешь. Дорогой друг превратился в соперника. Пройдет ли их дружба проверку пятого сезона Спидраш? Конечно, пройдет. Что касается тебя, ты главная звезда серии. На тебе в основном будет сфокусирована камера. Если, конечно, публике больше злодей не придется по душе. Давай-ка не встревай. Послушай меня, будет очень сложно, потому что тебе придется преодолеть всех твоих соперников и одержать победу. Подтасовать тут что-то будет крайне сложно, потому что события разворачиваются в реальном времени, и зрители сразу все заметят. Так что уж постарайся показать им, что ты на самом деле звезда. Но ты справишься. Как твоя лучшая подруга, я тоже в тебя верю. Окей, для начала нам предстоит гонка на время. Наша цель минута 24-25. При этом продюсеры хотят увидеть аккуратное пилотирование. Так что никаких съездов дорожного полотна и повреждений. Окей. Как обычно, без съездов и повреждений. В середине пилотона. Стартуем. Один круг. Поехали. Не первая попытка. Надо проехать все идеально. Время пошло. Так, здесь снижаемся до 135-140. На этом повороте 110-105. Здесь тормозим. Тоже примерно 110-115. Если бы, конечно, этот Tool Science не мешал, было бы получше. Дальше Хамптон. На быстром Макларене. За ним можно драфт подхватить. Но лучше и обогнать. 180 плюс снижаемся. И жмем вперед. Доли секунд выигрываем. Минута 23-470. Магнуса. Минута 23-500. Близко. Итак, пришло время главного события. Пилоты будут выбывать из него один за другим. Чтобы удержаться в соревновании, тебе надо быть в первой восьмерке и не нарушать правила. Окей, один круг. Ночь. Цель, восьмая позиция. Минимум. Стартуем все вместе на ходу.
Это Джексон. Он дает нам драфт чуть-чуть. Кенджи вырывается. Так, я его. Двигайся. Катерхам. Тоже нам не нужен. Так, ну восьмерка уже есть. Дальше у нас цель Хамптон. Почти как Хамильтон. Так, здесь на 110. Забавляем. Здесь 130. Немного снесло. Вакс на ГТшке. Форд. Хамптон. Хорошо драфта поддают. Тоже было нелегко здесь. Если время Вакс с корветом этим трутся друг друга. Один раз меня там в коробочку зажали с двух сторон. Как улетел у них. Ну, сейчас нормально, все безопасно. Проезжаем на пятом месте. Салютики. Эпично. Третья цель. Участников все меньше и меньше. Постарайся сохранять взятый темп и финишировать в первой пятерке со средней скоростью 247. Кемч. Так, подрубил я ремонт. Два круга. Тяжело как-то едется. Попытка не знаю какая. 15-я, 20-я. Все надо идеально делать. Даже с такой прокачкой. Профи там проехали с минимальной. Там 13 позиций. Прокачивают и проходят. А тут прокачиваешь 19. И все равно тяжело. Так, Хамптон. Нагон. Драфт поддаст. Сто десять. 105. 130. Объезжаем Вакса. Подкидывает он драфт. Так, до поворота надо объехать там на Вентуре. Чтоб не терять скорость на этом повороте. На 180 проезжаем. Задача минимум есть. Средуха набирается. 247. На черте финишной. Запас, по идее, есть. 135. Заезжаем поворот. Здесь 110-105. Дальше там Зоя борется с Грином. Аудюху на обгон. Зоя вырывается.
Берем драфт. На 180 затормаживаем. Даже 190 выдерживаем. Вообще идеально. Проскочили. Один завозим на финиш. Четвертое место. Завершаем. Полутапа. Осталось всего несколько пилотов, постарайся пробиться на вторую позицию.